Всем привет! На нашем канале идут выпуски об Индонезии. Пляж Гегер – одно из самых чистейших и удобных мест отдыха на Бали. Это очень тихое побережье, где отсутствуют высокие волны. Бали – это рай для серфингистов, ведь здесь очень мало мест, где нет высоких волн. Но Гегер – как раз один из таких тихих уголков. Расслабляющее место, подходящее для уютного семейного отдыха с детьми. Гегер расположился неподалеку от крупного туристического центра Нуса Дуа. На карте его можно найти в юго-восточной части острова. Для того, чтобы попасть на Гегер из Нуса Дуа, следует начать движение в сторону восточной части острова. С дороги сбиться практически невозможно. По пути находится крупнейшее поле для гольфа острова Бали, затем отель Saint Regis. Пляжная парковка начинается на первом же повороте налево после отеля. Берег Гегера усеян мелким белым коралловым песком. Вода здесь чистейшая, дно ровное и неглубокое, без резких обрывов и впадин. Благодаря ориентации берега на восток, на побережье дует легкий бриз. Здесь можно смело играть в водные игры и учиться плавать. У берега вы попадете в сильные подводные течения. Пляж довольно немноголюдный, это место для спокойного отдыха. Гегер едва ли не единственная часть Бали, где по закону разрешается загорать топлес. А рядом расположена деревня рыбаков, их лодки можно видеть с берега. Пляж Гегер – прекрасное место для отдыха влюбленных пар, семей с детьми. Отсутствие волн и мягкое неглубокое побережье даст возможность родителям не переживать за резвящихся в воде малышей. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал, гуляй по миру и получай новые интересные видео.